Инспекция началась с парка Жанаева. Именно он преобразился больше всех. Проложен асфальт, беговые дорожки и зоны отдыха. Отдельный разговор про озеленение. В этом году в парке высажено несколько тысяч саженцев. Но есть еще предложение, в частности, гидропосев. Довольно эффективная вещь. Схожесть хорошая. Единственное, что там травы немноголетние. Надо сразу вам договариваться, чтобы она такая трехсортовая там это была, пересортится. В целом парк Джанаева вопросов у городоначальника не вызвал. Но, пожалуй, единственное место, которое осталось без внимания дирекции парка имени Джанаева, стена этого стадиона. Но руководители парка уверяют, что уже в ближайшем будущем весь этот периметр украсят рисунки с изображением города и основных его достопримечательностей. Следующая точка – парк имени Орешкова. Здесь высажены крупномеры ели. Обновлена система полива, которая работает полностью в автоматическом режиме. Результат, как говорится, налицо. Все цветет и зеленеет. Также после реконструкции преобразился парк Юбилейный. Теперь для жителей Октябрьского района это настоящая зона активного отдыха. За эти три года, вот, когда ремонт целый год был, здесь вот эти освещение сделали, асфальт сделали. Больше года, видимо, работали. Клумбы, цветы посадили красивые всегда, цветочки. И кустики, насаждения. Старые деревья убирают. Вообще, и всегда по субботам духовой играет. Все сюда, очень много народу ходит. Всего в этом году на парке потрачено порядка 22 миллионов рублей. На сегодня практически все средства освоены. Это не окончательные средства, потому что у нас, вы знаете, появился в ведении парка парк Джанаева. В ближайшее время, когда летом будет происходить реконструкция сквера «Молодежный», который станет филиалом парка Жанаева. Между тем, в дирекции парков отмечают, что работы еще много, и она будет продолжена в течение лета. А уже осенью в парках будут высажены очередные саженцы и крупномеры. Батыр Ламбаев, Батыр Гармын, Новости дня.